В областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса. Праздник учрежден 55 лет назад и отмечается в третье воскресенье сентября. Лучшие работники лесной отрасли были отмечены областными и федеральными наградами. В этом году планируется, что от лесопользования в бюджет региона поступит 500 000 000 рублей. И это благодаря профессионалам своего дела, которые по сей день трудятся в лесной промышленности и повышают объемы производства. Сотни миллионов рублей поступает в бюджет Новгородской области. Поэтому проблемам леса, людей, которые здесь работают, правительство области уделяет особое внимание. По результатам прошлого года Новгородская область вошла в число 13 субъектов, увеличивших лесистость территории. На торжественном собрании лучших специалистов в благодарность за качественную работу и сбережение леса чествовали знаками отличия, грамотами и другими наградами. В 1989 году устроилась инженером, так и работаю. Ну, с рабочими местами, я так думаю, что все-таки у нас напряженки как таковой нет, но люди не идут. Не идут из-за маленькой зарплаты. Поэтому лучшей наградой в этом году для работников лесной отрасли стало повышение оклада на 10%. С 1 сентября он вырос у специалистов лесничеств, инженеров и мастеров.